завязывайте. Там на той стороне мы полностью обеспечены социальными объектами. Детскими садами 6 микрорайон обеспечен. Просто строится 6 микрорайон, два детских сада. Один на 155 мест наш с вами региональный муниципальный, другой частный детский сад и школа, 7-я гимназия и 6-я школа достаточны для 6-го микрорайона. Там у нас проблем со школой нет. Не будет. У нас нет. Только если нужна будет школа, то уже в этом новом микрорайоне. Совершенно верно, да, вот 8-я школа, два детских сада по 220 мест, 8-я школа на 850 мест и такой социальный ядро получается, школа, плавательный бассейн, хоккей, гостиница и многоуровневые паркинги. И жилье. 10 тысяч квадратных метров жилья. 11-12 этажных домов. А у нас на той стороне запаса никакого. Да. Запас там есть, Александр Ильич, конечно. Я думаю, что в перспективе хорошо. Просто у нас все новые дворцы мы сейчас построили. И и то, что у нас морозы, то, что сейчас мы будем строить в один раз в земле, получается небольшое количество людей. Здесь вот стоят парки, потом сумки, и отсюда сразу выходим. Задача стоит, все будут, 200 комплектов формы будет закуплено. Вся атрибутика, все, что нужно, вообще по мелочам, все будет сделано как рычаг. И первое, зависит от Александра Ильича, с вашим графиком, надо уже ваш график смотреть, какой рабочий день вы дадите 1, 2, 3 октября.